Вот это изделие весом всего в 150 граммов, не что иное, как мешок-насос для удобного надувания лодок с лепестковыми клапанами. Вот это лепестковый клапан. В отличие от тарельчатого клапана Голубева. Тарельчатый клапан Голубева невозможно практически надуть таким мешком. А вот для как раз такого клапана этот мешок и создан. Как мы надуваем? Здесь есть специальное отверстие, которое надевается на резьбу клапана, оно плотно на него садится и достаточно прочно держится. Все, зафиксировали. После чего открываем мешок. Туда уже попал воздух, но на всякий случай, чтобы расправиться, можно легонечко туда дунуть. Туда сразу еще поток воздуха заходит. Складываем так, так. Сворачиваем. И весь этот объем воздуха при выдавливании переходит в лодку. Повторяем. Объем здесь очень большой, поэтому лодка накачивается фактически на глаза. И повторяем до тех пор, пока лодка не будет накачана. Ну, до большого очень давления этим мешком ее не накачать. Поэтому, чтобы лодка была нужной твердости, я сейчас не буду показывать накачивание всей лодки. После того, как лодку накачали, если у нас нет никаких дополнительных насосов, просто берем и додуем немножечко, там буквально несколько, 5-6 дуновений, и лодка у нас уже все, до максимального давления доведена. Вот так.